Замечен неопознанный летающий объект. Отправлена группа перехвата. А других кандидатов нет? На такую миссию нет, господин президент. Несмотря на своеобразный характер, быстро и точно выполняет приказы. А как же недостаток? Для солдата недавний развод с женой не тяжелая травма. Хорошо. Значит, нужно только подписать. Сэр, чего вы ждете? До прибытия к точке начала выполнения операции «Протокол» осталось 30 секунд. Запуск тормозной будки. Ошибка. Ошибка. Неисправность второго тормозного двигателя. Есть вероятность столкновения. Вероятность столкновения равна. Голова. И пожар. Типичное начало каждой операции. Добро пожаловать, доброволец. Надеемся, что приземление было комфортным и безопасным. Ага. Аж хорошо поспал. Ребят, у вас тут есть система климат-контроля? А то как-то душновато, знаете ли.
нахер ремни мешают. Содержание СО2 внутри капсулы превышает допустимую норму. Будет произведена автоматическая вентиляция. Автоматическая вентиляция невозможна, так как неисправна основная система энергопитания капсулы. Пожалуйста, запустите аварийное питание, используя динамо-машину. Вы серьезно? Супертехнологичная капсула с динамо-машиной? И где она? Смотри-ка, не наврали. Произведена синхронизация с системами комплекса. Добро пожаловать в программу «Протокол». Пожалуйста, проведите ключ картой по считывателю, что разрешение на выход получено. Нажмите на кнопку, которая расположена посередине двери, чтобы открыть дверь капсулы. Да вы издеваетесь! Обнаружена неисправность двери. Воспользуйтесь аварийным открытием. А нельзя было с самого начала так сделать? Устройство на вашей руке синхронизировалось с системами комплекса. Нажмите на экран устройства, чтобы воспроизвести ваши текущие задачи. Помните, отказ выполнения поставленных перед вами задач является грубейшим нарушением протокола. Отлично. А теперь идите к терминалу и включите наружное освещение комплекса. А, твою мать. Ребят, ну вы же могли сказать. Чувак, оденься теплее, ты, мать его, отправляешься в сраную вечную мерзлоту. Ах, ладно, хоть не брился, потеплее будет.
Ладно, эта батарея сдохла. Окей, значит, нужно вставить третью батарею. Очень сообразительно оставить батареи на морозе, чтобы они все разрядились. Ладно, хоть в капсуле есть динамо-машина. Возможно, получится зарядить батареи. Кто молодец? Я молодец. Ваша главнейшая задача в данной миссии – соблюдение и выполнение программы «Протокол». Категорически запрещено нарушать протокол. Примером нарушения запрета в текущих обстоятельствах является бросить в дрона снежок. Вы попытались нарушить протокол. Право на допустимую ошибку использовано. Начиная с данного момента, любое нарушение протокола повлечет за собой немедленную стерилизацию территории комплекса. Даже замерзший где-то в самой заднице мира, я не могу перестать крутить в голове свою последнюю семейную ссору. Ее голос врезался прямо в глубины мозга. Твою мать, тебя не бывает дома по полгода. Я словно замужем за зэком. Долг? А перед женой у тебя нет долга? Ты словно изменяешь мне со службой. Ну вот и трахайся с ней. Как меня вообще угораздило жениться на ней. Интересно, я ввязался в этот сверхсекретный пиздец из-за развода? Или эти сверхсекретные пиздецы его причина? Но, тем не менее, пора вернуться к миссии, какой бы она ни была. Теплая хреновина. Так вот на что идут деньги налогоплательщиков. А я-то думал, что на кокаин и шлюп для конгрессменов. Хотя нужно еще посмотреть, что там внутри. Подойдите к терминалу и введите пароль. Ребят, что же у вас ничего не работает? Вилка. А вот это странно. Ладно. Видимо, нужно что-то, что подойдет под данный разъем.
Эх, жаль, что пиво заледенело. Уилсон.
Блять, нахер! Нужно найти, куда ведет этот провод, и вырубить его к чертям! Так-то лучше. Теперь можно обратно включить электричество. Введите код с ключ-карты. Введите код с ключ-карты. Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Погоди, нахрена? Может, хотя бы внутри тут как бы холодновато? Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Не, я понимаю, ты бездушная холодная машина. Ай, впрочем, хрен с тобой. Не так уж и холодно. Ваша одежда была... Избавьтесь. Thank you.
Введите код с ключ-карты. Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Погоди, нахрена? Может, хотя бы внутри тут как бы холодновато? Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Не, я понимаю, ты бездушная холодная машина. Ай, впрочем, хрен с тобой. Ваша одежда была... Избавьтесь. Введите код с ключ-карты. Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Погоди, нахрена? Может, хотя бы внутри тут как бы холодновато? Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Не, я понимаю, ты бездушная холодная машина. Ай, впрочем, хрен с тобой. А, не так уж и холодно. А, нет, ошибся. Холодно. Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Да ты, блядь, издеваешься. Я и так на морозе в одних трусах. Тебе этого мало? Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Надо будет познакомиться с тем, кто придумал все это. Первая часть базовой цепочки обучающих действий, подготавливающих к выполнению программы «Протокол», завершена. Главные ворота открыты. Приятного дня. Взаимно. Только не говорите, что у вас не хватило денег сделать освещение внутри. Пожалуйста, встаньте в красную область для завершения инициализации и обеззараживания. Несоблюдение требований означает нарушение протокола. Сука, в рот попала. Первичная обработка субъекта закончена. Пройдите превентивную вакцинацию для соблюдения протокола. Может, полотенце хоть дадите? Возьмите ампулу с красной жидкостью и наберите 200 единиц препарата в инъектор. Затем... сделайте инъекцию в районе грудной клетки. Не бойтесь, это всего лишь производный продукт метагруппы, который расширит ваше сознание, что позволит произвести сканирование вашей мозговой активности. Окей. Надеюсь, ничего плохого со мной не случится.
Используемый препарат не соответствует поставленной задаче. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Только не говорите, что у вас не хватило денег сделать освещение внутри. Пожалуйста, встаньте в красную область для завершения инициализации и обеззараживания. Несоблюдение требований означает нарушение протокола. Сука, в рот попала. Первичная обработка субъекта закончена. Пройдите превентивную вакцинацию для соблюдения протокола. Может, полотенце хоть дадите? Возьмите ампулу с красной жидкостью. И наберите 200 единиц препарата в инъектор. Затем сделайте инъекцию в районе грудной клетки. Не бойтесь, это всего лишь производный продукт метагруппы, который расширит ваше сознание, что позволит произвести сканирование вашей мозговой активности. Окей. Надеюсь, ничего плохого со мной не случится. Что? Что за хрень? Что я вколол в себя? Для восстановления зрения при побочном эффекте примите перорально синюю таблетку. В 5% случаев зрение не всегда восстанавливается полностью. Серьезно? Я в этих 5%? Ну, надеюсь, что это лишь временный эффект, да? Теперь ваш организм. Я уже новые уши купил. Организм готов к повышенной дозе лекарства для проведения дальнейшего теста. Введите себе 500 единиц зеленого препарата. При нехватке дозировки вы можете изготовить его самостоятельно. Замечательно. Сейчас лучше слышно. Блять, и как я пойму, где синина? Блять, ну я не знаю нахуй. Должно быть вообще нормально слышно. Ну сейчас как, чё, получше? Зелёный 500, блять.
Мне скажи лучше, где зеленый. Где зеленые пробирки, блядь? У меня тут все черно-белое, нахуй. Сука. Бля, сейчас отъеду по-любому. Но на тех лучше был. Ну ты ж, блядь, сидишь, смотришь, не кто-то еще, на. Я не пойму. Вы хотите меня убить или просто сделать инвалидом? Угадал. Отойдите на два шага назад. Сейчас мы проверим вашу мелкую моторику. Это пройдет, нет? Примите минеральную таблетку, имеющую форму ромба. Чего, блядь? Финальная проверка перед психосоматическим тестом для выявления проблем после приема препаратов. Оставайтесь на своем месте и присядьте 5 раз. Надеюсь, на этом мы закончим. Ваше физическое состояние в относительном порядке. Сука, блядь. Подойдите к активировавшимся терминалам для проверки психосоматических способностей и психологической реакции. Да, посмотрите изображение последовательно и укажите, считаете ли вы изображенный сюжет приемлемым. Да. Господи, какой милый паук! Его глаза будто улыбаются. Заброшенные здания. Лучшие игровые площадки моего детства. Ладно. Это вы на что намекаете? Ох, твою ж мать, жуть какая! Эта хрень пугала меня в детстве. Давай, давай. Ясно. Смешно. Весь психотест посвящен тому, чтобы посмотреть, как я до сих пор отношусь к бывшей. Поздравляем. Вы прошли психосоматический тест. Возьмите ключ и проследуйте в раздевалку, чтобы взять необходимое снаряжение. Возьмите личные вещи из шкафчика номер 3. Окей, из третьего, значит. Попытка доступа к имуществу, не связанному с вашей текущей задачей, ведет к нарушению протокола и ликвидации всей программы, комплекса и персонала. Ладно, ладно. Ты лучше скажи, где у вас тут туалет. А то от холода и ваших препаратов у меня почки начали работать на полную мощь. Пожалуйста, справляйте свои физиологические потребности лишь в специально отведенных для этого местах. О, черт, ужасно хочу поссать. Нужно срочно отлить, иначе явно не сдержу.
О, да. Наконец-то. Да. Надеюсь, этот цвет мочи мне только кажется. Благодарим за соблюдение равноправия и межполовое взаимоуважение. Вы молодец. Вы смогли не забрызгать ободок унитаза. Ага. Моя бывшая жена постоянно отчитывала меня за это дело. Несмотря на творящийся здесь бред, я хотя бы далеко от нее. Блестяще. Прям чувствуется, что не сделано в Китае. Нужно поискать плоскогубцы. Если это была бы игра, я бы уже подумал, что туториал слишком затянулся. Недопустимый внешний вид расценивается как нарушение протокола. Приятного дня. Возьмите ключ и проследуйте в раздевалку, чтобы взять необходимое снаряжение. Возьмите личные вещи из шкафчика номер 3. Окей, из третьего, значит. Попытка доступа к имуществу, не связанному с вашей текущей задачей, ведет к нарушению протокола и ликвидации всей программы офиса персонала. Ладно, ладно. Ты лучше скажи, где у вас тут туалет. А то от холода и ваших препаратов у меня почки начали работать на полную мощь. Пожалуйста. О, да. Наконец-то. Да. Надеюсь, этот цвет мочи мне только кажется. Вы нарушили санитарные нормы, установленные в исследовательском комплексе. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Возьмите ключ и проследуйте в раздевалку, чтобы взять необходимое снаряжение. Возьмите личные вещи из шкафчика номер 3. Окей, из третьего, значит. Попытка доступа к имуществу, не связанному с вашей текущей задачей, ведет... О, да. Наконец-то. Да. Надеюсь, этот цвет мочи мне только кажется. Вы нарушили санитарные нормы, установленные в исследовательском комплексе. Вы нарушили протокол. Приятного дня.
Возьмите ключ и проследуйте в раздевалку, чтобы взять необходимое снаряжение. Возьмите личные вещи из шкафчика номер 3. Окей, из третьего, значит. Попытка доступа к имуществу, не связанному с вашей текущей задачей, ведет к нарушению протокола и ликвидации всей программы, комплекса и персонала. Ладно, ладно. Ты лучше скажи, где у вас тут туалет. А то от холода и ваших препаратов у меня почки начали работать на полную мощь. Пожалуйста, справляйте свои физиологические потребности лишь в специально отведенных для этого местах. О, да. Наконец-то. Да. Надеюсь, этот цвет мочи мне только кажется. Благодарим за соблюдение равноправия и межполовое взаимоуважение. Вы молодец. Вы смогли не забрызгать ободок унитаза. Ага. Моя бывшая жена постоянно отчитывала меня за это дело. Несмотря на творящийся здесь бред, я хотя бы далеко от нее. Блестяще. Прям чувствуется, что не сделано в Китае. Нужно поискать плоскогубцы. Если это была бы игра, я бы уже подумал, что туториал слишком затянулся.
Возьмите ключ и проследуйте в раздевалку, чтобы взять необходимое снаряжение. Возьмите личные вещи из шкафчика номер 3. Окей, из третьего, значит. Попытка доступа к имуществу, не связанному с вашей текущей задачей, ведет к нарушению протокола и ликвидации всей программы, комплекса и персонала. Ладно, ладно. Ты лучше скажи, где у вас тут... О, да. Наконец-то. Да. Надеюсь, этот цвет мочи мне только кажется. Благодарим за соблюдение равноправия и межполовое взаимоуважение. Вы молодец. Вы смогли не забрызгать ободок унитаза. Ага. Моя бывшая жена постоянно... Наденьте униформу и возьмите снаряжение, предназначенное для выполнения программы «Протокол». Садитесь в лифт. Блестяще. Прям чувствуется, что не сделано в Китае. Нужно поискать плоскогубцы. Если это была бы игра, я бы уже подумал, что туториал слишком затянулся. Вставьте ключ-карту в терминал лифта. Инициализация запуска секретной операции в рамках программы «Протокол» завершена на 99%. Для полного завершения инициализации пройдите повторное психосоматическое тестирование. Ребят, вы серьезно? Нажмите на изображение в том порядке, в котором вы проходили его на психосоматическом тесте. Неправильная последовательность. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Ставьте ключ-карту в терминал лифта. Инициализация запуска секретной операции в рамках программы «Протокол» завершена на 99%. Для полного завершения инициализации пройдите повторное психосоматическое тестирование. Ребят, вы серьезно? Нажмите на изображение в том порядке, в котором вы проходили его на психосоматическом тесте. Спасибо за терпение при прохождении тестирования. Тестирование подтверждено. Субъект физически готов, свеж и вменяем. Биометрические параметры субъекта считаны и занесены в базу. Идет генерация профиля оптимального голографического ассистента. Оптимальный профиль подбирается, исходя из вашего личного дела, чтобы создать для вас максимально комфортные условия для работы. Оптимальный психофизический профиль для ассистента подобран. Добро пожаловать в исследовательский комплекс «Терминус». Ваша миссия – представлять человечество в первом прямом контакте с внеземной цивилизацией. Разумеется, под моим чутким контролем.
Соблюдай протокол, и с тобой все будет в полном порядке, дорогой. Мне это сейчас послышалось? Проанализировав ваши ответы, данные во время прохождения психосоматического теста, было выявлено, что самым оптимальным и комфортным виртуальным компаньоном для вас будет образ вашей бывшей жены. Данный образ будет вызывать приятные чувства и создавать домашнюю атмосферу. Да вы там охуели, что ли? Я подписался на участие в этом бреде только ради того, чтобы быть подальше от нее, а вы что вытворяете? Милый, но ты сам подписал разрешение на использование любых данных о тебе. Любых данных обо мне, а не создание виртуальной копии моей бывшей. На данный момент это не имеет значения. Ты должен выполнять протокол, что подразумевает под собой делать то, что я тебе скажу. Ну знаешь, я не особо люблю доминирование. Поскольку ты прибыл в центральную комнату, то тебе разрешено узнать, что исследовательский комплекс находится в состоянии карантина. Поэтому любая совершенная тобой ошибка приведет к немедленной стерилизации территории. Погоди, погоди! Карантин? Вау, ребят! Почему это умолчали от меня? Твоей постоянной задачей является контроль уровня заражения комплекса для выполнения программы «Протокол». Подойди к синему техническому терминалу и вызови склад. Твою мать, в какую задницу я попал! Попытка несанкционированного доступа. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Добро пожаловать в исследовательский комплекс «Терминус». Ваша миссия – представлять человечество в первом прямом контакте с внеземной цивилизацией. Разумеется, под моим чутким контролем. Соблюдай протокол, и с тобой... И с тобой все будет в полном порядке, дорогой. Мне это сейчас послышалось? Проанализировав ваши ответы, данные во время прохождения психосоматического теста, было выявлено, что самым оптимальным и комфортным виртуальным компаньоном для вас будет образ вашей бывшей жены. Данный образ будет вызывать приятные чувства и создавать домашнюю атмосферу. Да вы там охуели, что ли? Я подписался на участие в этом бреде только ради того, чтобы быть подальше от нее, а вы что вытворяете? Милый, но ты сам подписал разрешение на использование любых данных о тебе. Любых данных обо мне, а не создание виртуальной копии моей бывшей. На данный момент это не имеет значения. Ты должен выполнять протокол, что подразумевает под собой делать то, что я тебе скажу. Ну знаешь, я не особо люблю доминирование. Поскольку ты прибыл в центральную комнату, то тебе разрешено узнать, что исследовательский комплекс находится в состоянии карантина. Поэтому любая совершенная тобой ошибка приведет к немедленной стерилизации территории. Погоди, погоди! Карантин? Вау, ребят! Почему это умолчали от меня? Твоей постоянной задачей является контроль уровня заражения комплекса для выполнения программы «Протокол». Подойди к синему техническому терминалу и вызови склад. Твою мать, в какую задницу я попал!
Пожалуйста, возьми устройство биоочизоляции инородных органических форм, сокращенно УБОИОМ. Название хрен запомню. Надеюсь, хоть на пушку будет похоже. Перед началом использования УБОИОФ не забудь проверить, заправлено устройство или нет. А теперь, дорогой, убери следы инопланетного заражения в центральной комнате. Для этого просто наведи УБОИОФ на очаг заражения, после чего устройство сработает само. Надеюсь, ты... И можешь все... Но если нет, то устройство на твоей руке поможет обнаружить расположение источников опасности. Предыдущий стиль общения мне нравился больше. В доступе отказано. Недостаточный уровень доступа.
Попытка несанкционированного доступа. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Добро пожаловать в исследовательский комплекс «Терминус». Ваша миссия – представлять человечество в первом прямом контакте с внеземными. Остался на участие в этом бреде только ради того, чтобы быть Милый, подальше от нее, а вы что вытворяете? Разрешение на использование любых данных о тебе. Любых данных обо мне, а не создание виртуальной копии моей бывшей. На данный момент это не имеет значения. Ты должен выполнять протокол, что подразумевает под собой делать то, что я тебе скажу. Ну знаешь, я не особо люблю доминирование. Поскольку ты прибыл в центральную комнату, то тебе разрешено узнать, что исследовательский комплекс находится в состоянии карантина. Поэтому любая совершенная тобой ошибка приведет к немедленной стерилизации территории. Погоди, погоди. Карантин? Вау, ребят, почему это умолчали от меня? Твоей постоянной задачей является контроль уровня заражения комплекса для выполнения программы «Протокол». Подойди к синему техническому терминалу и вызови склад. Твою мать, в какую задницу я попал! Пожалуйста, возьми устройство биоизоляции инородных органических форм, сокращенно УБОИОР. Название хрен запомню. Надеюсь, хоть на пушку будет похоже. Перед началом использования УБОИОФ не забудь проверить, заправлено устройство или нет. А теперь, дорогой, убери следы инопланетного заражения в центральной комнате. Для этого просто наведи УБОИОФ на очаг заражения, после чего устройство сработает само. Надеюсь, ты умный мальчик и можешь все сам найти. Но если нет, то устройство на твоей руке поможет обнаружить расположение источника. Предыдущий стиль общения мне нравился больше. Чего я быстрее сдохну? От инопланетной дряни или из-за химикатов из данной пушки? Подойди к красному техническому терминалу и вызови изолятор.
дорогой, подойди к терминалу А и убери затемнение стекла. Фу! Что за дерьмо? Это пришелец, добытый с инопланетного корабля. Твоя задача — нейтрализовать пришельца, используя турель-транквилизатор. Зачем? Не задавай лишних вопросов. Цитируя твою жену, давай же, малыш, сделай это. Сейчас, серьезно? Зайди в камеру к пришельцу. Необходимо перенести тело пришельца из камеры изолятора в медицинский центр для проведения процедуры вскрытия. И как мне это сделать? Руками? Может, хоть перчатки надеть? В этом нет никакой необходимости. Правда? То есть, вот то дерьмо на стекле норма, да? Давай же, малыш, сделай это. Молча. Да блять! В доступе отказано. Недостаточный уровень доступа. В доступе отказано. Недостаточный уровень доступа. В доступе отказано. Недостаточный уровень доступа. Положи пришельца на хирургический стол. С помощью ключ-карты активируй систему электронного ассистирования. После чего инициируется начало процедуры вскрытия. Не переживай, от тебя требуется лишь соблюдать протокол. Поверь, это будет проще, чем приготовить ужин. Ну да, никакой разницы, что овощи рубить, что труп.
Электронный ассистент активирован. Пожалуйста, возьми электропилу и распили труп пришельца строго по отображаемой линии. Любое отклонение от заданной линии расценивается как нарушение протокола. А есть что-нибудь, что не расценивается как нарушение протокола? Конечно же есть. Ты можешь стоять и дышать без какого-либо риска для себя. Ну конечно, я же нахожусь в стерильной зоне и не занимаюсь чертом вскрытием заразного инопланетного трупа. Положи пришельца на хирургический стол. С помощью ключ-карты активируй систему электронного ассистирования, после чего инициируется начало процедуры вскрытия. Не переживай, от тебя требуется лишь соблюдать протокол. Поверь, это будет проще, чем приготовить ужин. Ну да, никакой разницы, что овощи рубить, что труп. Электронный ассистент активирован. Пожалуйста, возьми электропилу и распили труп пришельца строго по отображаемой линии. Любое отклонение от заданной линии расценивается. Исследуемый объект больше не пригоден для исследования. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Положи пришельца на хирургический стол. С помощью ключ-карты активируй систему электронного ассистирования, после чего инициируется начало процедуры вскрытия. Не переживай, от тебя требуется лишь соблюдать протокол. Поверь, это будет проще, чем приготовить ужин. Ну да, никакой разницы, что овощи рубить, что труп. Электронный ассистент активирован. Пожалуйста, возьми электропилу и распили труп пришельца строго по отображаемой линии. Любое отклонение от заданной линии расценивается как нарушение протокола. А есть что-нибудь, что не расценивается как нарушение протокола? Конечно же есть. Ты можешь стоять и дышать без какого-либо риска для себя. Ну конечно, я же нахожусь в стерильной зоне и не занимаюсь чертом вскрытием заразного инопланетного трупа. Больше не пригоден для исследования. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Положи пришельца на хирургический стол. С помощью ключ-карты активируй систему электронного ассистирования, после чего инициируется начало процедуры вскрытия. Не переживай, от тебя требуется лишь соблюдать протокол. Поверь, это будет проще, чем приготовить ужин. Ну да, никакой разницы, что овощи рубить, что труп. Электронный ассистент активирован. Пожалуйста, возьми электропилу и распили труп пришельца строго по отображаемой линии. Любое отклонение от заданной линии расценивается как нарушение протокола. А есть что-нибудь, что не расценивается как нарушение протокола? Конечно же есть. Ты можешь стоять и дышать без какого-либо риска для себя. Ну конечно, я же нахожусь в стерильной зоне и не... Исследуемый объект
больше не пригоден для исследования. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Положи пришельца на хирургический стол. С помощью ключ-карты активируй систему электронного ассистирования, после чего инициируется начало процедуры вскрытия. Не переживай, от тебя требуется лишь соблюдать протокол. Поверь, это будет проще, чем приготовить ужин. Ну да, никакой разницы, что оп! Электронный ассистент активирован. Пожалуйста, возьми электроплюнет и распили пришельца строго по отображаемой линии. Любое отклонение от заданной линии расценивается как нарушение протокола. А есть что-нибудь, что не расценивается как нарушение протокола? Конечно же есть. Ты можешь стоять и дышать без какого-либо риска для себя. Ну конечно, я же нахожусь в стерильной зоне и не занимаюсь чертом вскрытием заразного инопланетного трупа. А теперь, дорогой, максимально аккуратно возьми фрагмент грудной клетки пришельца и положи в автоматизированный контейнер для биоматериала. Внимание! Контейнер не закроется, если в нем есть посторонние предметы. Умный мальчик. Возьми скальпель и начинай отделять органы пришельца друг от друга. Может, я все-таки перчатки надену, а? Как же правила безопасности? Сука! Нахуй! Говно! Бью! Да что за пиздец? Что за нахуй сейчас был? Внутренние органы пришельца инициировали побег. Что, блядь? Дорогой, успокойся. Тебе необходимо поймать все органы и поместить в контейнеры. Ты издеваешься? Я тебе сказала, успокойся. Не успокаивай меня! Сейчас ты должен поймать все органы и поместить в контейнеры. Привет, уродец. Что за хрень? Дорогой, ты только что вдохнул инопланетные споры. Да твою же мать, сука! Тише, чувак, тише. Пройди в медицинский центр и сделай себе инъекцию препарата Декс. Это позволит твоему организму бороться с инопланетной болезнью. А может, стоило принять этот Декс до вскрытия?
теперь, милый, пока ты не умер, подойди к аппарату управления системой искусственной защиты организма, сокращенно АУСИЗО. Данный аппарат позволит тебе управлять наноботами, которых ты вколол в свой организм. То есть я должен сам найти эту инопланетную дрянь в своем организме и собственноручно уничтожить? Умный мальчик. Кажется, я себе что-то отстрелил. Надеюсь, не сдохну от внутреннего кровотечения. Вы совершили акт принудительной полной остановки биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма. Вы нарушили протокол. Приятного дня!